Здорово, нормально выглядишь. Не то, что я. Я схожу с ума. Что ж, дорогие друзья, внешний вид мой обусловлен тем, что я не спала до 2 часов ночи, потому что хотела посмотреть фильм, который в итоге оказался говном полным. Но не об этом. А потом меня разбудили в 6 утра. Хэдшот. Ну и, собственно, из-за этого я спала днем, поэтому сейчас вы наблюдаете это лицо. А разбудило меня, собственно, желание поесть. Вместе с желанием поесть у меня в холодильнике имеется все для пиццы. И мы эти два факта соединяем, и получается это видео. Я забыла поздороваться. Здравствуйте, господа. Меня все еще зовут Аля, если вы не забыли. А если забыли или не знали, меня зовут Аля. Приятно познакомиться. Теперь я похожа на сушиста. Ингредиенты. Богиня композиции, я бы сказала. Так, ну рассказывай. Да, это основа для пиццы. Вы думали, что я буду сама готовить тесто? Вы серьезно, ребят? Вы вообще меня видели? Первое, что нам нужно сделать, это почистить и порезать лук. Доска. Ау! Казочный дом. Так, теперь какую-то часть лука нам нужно порезать кольцами, а другую полукольцами. Вспоминаем великих, дорогие друзья. Ах, мне слезятся глаза. Так, ну этого хватит, наверное. Наконец-то! Мои глаза! Что ж, пока сковорода разогревается, мы нарежем все остальное. Так, колбаска. Кто-то ее уже поел. Не я. Если кто-то увидел, что я так режу колбасу, меня бы уже выгнали. Помидорка. Как-то надо порезать. Блин, у меня нож тупой. Так, все-таки я решила, что хочу положить огурец в пиццу, поэтому его надо почистить. Добавь сюда этот мем про Палмолив. Ведь я на монтаже об этом не вспомнила. Палмолив, мой нежный гель. Я отрезала волосы, как вы можете заметить. Я теперь не знаю, что с этим делать. Пучок, который мы нарезали полукольцами, мы отправляем на сковородочку, чтобы оно готовилось. Вот туда, где у нас лук жарится, было бы еще мощно добавить перчик болгарский. Но у меня его нет. Есть у кого такой перчик? Я его чисто так, для красоты порежу. Такие перчиночки получаются, нравится мне очень это. Хотя тут нож не обязательно. О, тут 3 основы, а я думала 2. Ice Queen. Че? Пока у нас там все жарится, хочу пожаловаться. Если бы вы были подписаны на мой телеграм-канал, ну, если бы вы вдруг подписались, то вы бы знали, что YouTube, мой любимый, прекрасный,
У меня не работала вот эта дурацкая кнопка «Загрузить видео». То есть прошлое свое видео, я его смонтировала, я сделала превьюшку, я сделала все. Видео было готово. Осталось только нажать на кнопочку вот «Загрузить». А она не работает. Типа, вообще, никак. Что бы я ни делала. Но нелегкими махинациями я выложила это видео, на котором набралось достаточно просмотров для моих страданий. Спасибо. Вот. Надеюсь, это видео у меня получится выложить. А чтобы быть в курсе событий, только сегодня, только сейчас подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Ведь сейчас только так можно пиарить свои соцсети. Вообще, на сковороде нужно было обжарить лук с болгарским перцем, а после добавить томатную пасту. А, нет, просто томаты. А я томат, солнцура. Но болгарского перца и томата у меня нет. Но есть томатная паста, поэтому я просто в лук добавлю томатную пасту. И буду надеяться и верить, что это будет вкусно. Лиз, что ж, собираем пиццу. Ага. А две сюда не влезет, вы хотите мне сказать, да? Они влазят, если вот только так. Что ж, выкладываем нашу основу. Вот так вот. Я очень сильно хочу верить в то, что вот это вкусно, потому что я хочу есть. Ладно. Ну, все кладут соленые огурцы, а кто-то кладет и свежие. Я. А вы не свой. Ну, красота! Ну, скажите! Скажите! Поскольку у меня было еще две основы, одну из пиц я решила сделать с фаршем. Такая некая пицца была не еду. Ну красота, ну скажите. Что ж, пока что я поставлю пиццу в духовку на какое-то время. Не знаю на какое на самом деле. Сыр я добавлю чуть позже, чтобы он не превратился в такую твердейшую корочку, пока вот это все приготовится. Вот так они там у нас разместились, значит. Удачи! Вот так вот, значит, сырочек у нас тут расположился, значит, такой вот красивый. Ой, упал. Минут на 10 и будет мой нефиг.
Хотя еще не знаю, насколько это вкусно. Ну что за божемоечная красота, ну посмотрите. Ваше мнение считается авторитетным. Как тебе пицца? Очень вкусная. Очень вкусная. Очень. А что так? Спасибо, приятно очень. Мама сказала очень вкусно. Еще вот. Вот так вот это выглядит. Пицца с фаршем. Это просто очень вкусно. Mm-mm. Не смотри в мою сторону. Что ж, дорогие друзья, на этом было все. Я надеюсь, вам понравилась моя пицца и это видео. Ждите скорое открытие пиццерии. Ну, а я вас по-прежнему безумно люблю. Огромное спасибо за просмотр. И я с вами не прощаюсь, потому что встретимся в следующих или предыдущих видео. Peace.